Здравствуйте, Татьяна Николаевна. Зайду, обязательно зайду. Танюша, здравствуй. Как живешь? Здравствуйте, спасибо, хорошо. Андрей Болконский, истекая кровью, сам не зная того, стонал тихим, жалостным и детским стоном. К вечеру он перестал стонать и совершенно затих. Он не знал, как долго продолжалось его забытье. Вдруг он опять почувствовал себя живым, страдающим от жгучей и разрывающей что-то боли в голове. Где оно, это высокое небо, которое я не знал до сих пор? Одного бойца узнала, что твой Петр находится в Ереване, лежит в госпитале, ранен. 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 Страшного нет. Все это последствия тяжелой контузии. Да. Видите ли, Петр Яковлевич сейчас... Что? Плохо себя ведет. Нервничает. Не спит. Отказывается от операции. Операции? Да. И вы должны убедить в необходимости ее. Я думаю, ваш приезд облегчит его состояние. Да. Ласка, нежность. Это всегда хорошо. Да-да, конечно. А почему вы без халата? Пойдите вниз, возьмите у няни. Спасибо. Зря это вы прихорашиваетесь.
жаль Петра Яковлевича. Что? Ведь он... ослеп. Вы не волнуйтесь. Бог даст и вылечит ему глаза. Вот не слышит ваш Яковлевич, а теперь слышит. Только правда послышит. И видеть будет. В глазах ночь темная, а тайгу нашу вижу, дом наш. Да-да. Ну как наш больной? Ничего, по-моему, ему лучше. Правильно. Ваш приезд помог ему. Температура уже нормальная. Да. И завтра, пожалуй, сделаем операцию. Он увидит. Да. И вас первую. Если вас это смущает, вы можете уехать. После операции?
было бы лучше, если бы остались до снятия повязки. Но, видимо, вам придется уехать сегодня же. Почему сегодня? Мне кажется, ваше пребывание в госпитале для вас тяжело. Конечно, это понятно. Вы же сейчас донор. А дать жизненную энергию не легче, чем кровь. Хотя для мужа можно сделать все. А вы могли бы сделать то же самое для другого человека? По-моему, нет. Так вот вы какая. А помните первый момент? Вы не признали вашего мужа. О, он так изменился. Потом я считала его погибшим. А он жив. А, да-да. Ваш муж жив. И даже телеграфирует вам. Вот вам. На мое имя. Ваши ученики переслали. Жив. Петр мой. Проездом буду дома. В течение нескольких часов встречай твой Петр. Вот видите, жив. Хорошо, очень хорошо. Да-да-да. Я еду. Я не смею вас удерживать. Я должна ехать. Я не видала мужа целый год. Поступайте так, как подсказывает вам ваше сердце. Возьмите. Здравствуйте. А, заходите, пожалуйста. Нет, нет, спасибо. Мне нужно на станцию. На станцию? Да. Еще рано. К 10 подам. А сейчас который? Половина. Ага, значит, через полчаса. Хорошо. Ага. Ну как, муж поправляется? Муж? Воды. Сестра, дайте воды. На-на, пей, Петр. А? Наташа? Это ты? Да. Ну да. Конечно, ты. Знаешь, я хотел сказать тебе. Хорошо, что ты приехала. Я все ждал тебя. Операцию откладывал. А теперь... Иди к профессору и скажи, что я прошу операции. Иди. И приходи. Хорошо, приду. Завтра ты поведешь меня на операцию. Я? Завтра? Да. Ты. Обязательно ты. Хорошо. Усни. Успокойся. Успокойся. Вам ехать. Кучер вас ждет. Скажите, что я не еду. Для возможного улучшения зрения назначаются очки. Чаще сферические.
Доброе утро. Здравствуйте. Значит так, остались? Опоздала на поезд. Кучер подвел. Да. Сегодня в 10 часов я оперирую. Ровно в 10. А скажите, он у вас чуткой? Кто? Муж-то. А, да. Благородный? Гвардей. Поймет? Да. Ну и простит. Нельзя ли поскорее? А вы к кому торопитесь? К мужу, раненому, ждет ведь меня. А муж-то кто, командир? Да, лейтенант. Белкин Петр Яковлевич. Белкин? Правда? А вы его знаете? Как же? Слыхал, знаменитость наказывает. Здоровье-то его как, куда а? Куда уж здоровье? Ай, да Белкин. А ну, карлык, еет. Ну как? Хорошо. Очень хорошо. За эти 3 дня после операции его узнать нельзя. Успокоился, взял себя в руки. Одним словом, настоящий гвардеец. Сегодня, я думаю, можно будет снять повязку. Вот и все. Простите, сестрица, я хотела бы у вас узнать, что мой муж у вас здесь, Белкин, Петр Белкин. Жена? Да-да. Хорошо, очень хорошо, что вы приехали. Он там, 7-я палата. Спасибо. Подождите. Наденьте халат. Спасибо. Петра Белкина. Наташа! Петя, мой дорогой! Наташка! Белочка моя!